Добрый день. Меня зовут Тенгиз. Я вас приветствую от солнечной Грузии. Мы сейчас с вами находимся в красивом регионе, один из самых красивых регионов Грузии, в Кахетии. Мы всегда рады вас, россиян, приветствовать, принять гости в Грузию. Перед вами Алазанская долина, Большой Кавказский хребет. Мы с вами находимся в Кахетии, это регион самый красивый. То есть вкусная кухня, вкусное вино и изобилие фруктов. Это все в Кахетии. Любое время года, в любое время сутки, всегда они рады вас встретить, и в том числе и я, чтобы вас встретили, приняли и вам преподнесли красиво, и чтобы вы именно почувствовали вкус и дух Грузии.